Первый учебный день для ребят начался с гимна Российской Федерации и Республики Татарстан. После их поприветствовал директор школы Гульнас Самикова. Она пожелала ученикам успехов в учебе. Сегодня мы с вами даем старт новому учебному году. Хочу пожелать всем здоровья, мирного неба, успехов и прекрасного будущего. К руководителю учебного заведения присоединились глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров и председатель комитета Госсовета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Сердечно поздравляю вас с Днем Знаний и начала учебного года. Этот праздник является трепетным и долгожданным для всех нас. Позвольте мне от имени Раиса Республики Татарстан, Государственного совета нашей республики и правительства нашей республики в вашем лице всех бавлинцев поздравить со светлым праздником Днем Знаний. В 2023-2024 учебном году во второй школе будут выпускаться 61 девятиклассник, 23 одиннадцатиклассника. Школа приняла 47 первоклассников. Старшие ребята вместе с самыми маленькими учениками подготовили танцевальные номера и выучили стихотворение. На линейке было сказано много добрых слов и напутствий, но особенно волнительным моментом стал первый долгожданный школьный звонок, который известил о начале нового учебного года. Его дали ученик выпускного класса Камиль Мазитов и первоклассница Алия Галимова. После ребята отправились по своим кабинетам. Если честно, весело, не страшно, все нормально. Я ходила на подготовку. Я не ходила на подготовку. А вы уже нашли здесь себе друзей? С кем будете сидеть, общаться? У меня тут почти все друзья из садика. У меня тоже, но я другого нашла друга себе. В будущем учебном году во второй школе будут обучаться дети из 9 семей, чьи родители участвуют в проведении специальной военной операции. А уже с понедельника учеников ждут полноценные занятия с некоторыми новшествами. Мария Кандаурова, Булат Миязов, БРТ.